В XIX веке были люди с довольно передовыми взглядами, которых отрицало общество. В лице Карла Маркса, Энгельса. Самый яркий пример – это Кропоткин и Бакунин, потому что те отказались от своих княжеских и графских чинов, что с философской точки зрения может намекать на прощание со своим прошлым, которое характеризуется с неравенством, с иерархичностью, и то, за что мы боремся, за что-то новое – это общество всех свободных людей. Поэтому надо отказаться от своих княжеских и других титулов. Ну и с другой стороны, это с практической точки зрения удобно, потому что, ну а какой ты революционер, если ты тут граф и князь, и ты эксплуататор, мы с тобой общаться даже не будем. Вот, и ты не имеешь ничего вообще, никакого права говорить о революции, если пока ты там свои княжеские титула не снимешь. Но тут как бы в силу обстоятельств и в силу вообще личных позиций это было сделано. Яркий пример по поводу отрицания вообще общественных каких-то там ценностей – это Штирнер. Его вообще конкретно отрицали, если говорить о штирнеристах и не